Проект «Лица КФУ» знакомит своих студентов с секретами фотосъемки. О красоте фотографии и как ее достичь всем желающим на мастер-классе рассказал член Ассоциации фотографов Татарстана Дмитрий Смирнов, он же под псевдонимом Диметрио. По словам известного фотографа, каждый человек неповторим. И как передать его красоту на снимке, и узнали все желающие в КФУ. На теории и практике Дмитрий объяснил студентам, как видеть кадр, выставлять свет, а также научил искусству фотопозирования желающих попробовать себя в этом образе. Основная идея проекта знакомства всех желающих студентов с фотографией в стенах Казанского федерального – это привитие новому поколению любви к красоте, искусству и преодоление основных трудностей начинающего фотографа. Нынешнее поколение всех любителей айфонов, я в зеркале, вот, дабы чтобы немножечко народ в нужную струю повернуть, показать, как правильно можно сделать фотографии даже именно на айфон, в квартире, в комнате, на улице, чтобы не было вот этих ужасных аватарок. В будущем проект планирует провести серию мастер-классов выдающихся фотографов Татарстана и не только. Фотосессии и курсы будут посвящены различным темам. Ну а пока первая пилотная встреча, посвященная особенностям фотосъемки и секретам позирования, выдала главную первую фишку мастера фото. Я учу людей нажимать на кнопочку. У меня такая вот термин, можно сказать, выработался слоган фотошколы. Это мы учим людей мыслить. То есть задача, чтобы люди просто научились видеть, а не нажимать на кнопку, да, то есть нам не важна стоимость оборудования, нам не важен там дорогущий фотоаппарат. Прекрасные фотографии можно делать на обычной мыльнице, на обычные телефоны. Следите за развитием проекта и учитесь мастерству самых известных фотографов республики в ходе живого общения и мастер-классов. Алена Липина, Руслан Розаев, Универньюз.